детский сад, школа, институт, работа. На нее еще и надо устроиться. Но тебе повезло. Ты прошел собеседование и получил работу. И вот ты работаешь 11 месяцев в году на хозяина. И у тебя есть отпуск. Такой долгожданный. Мгновение свободы, но только в то время, которое удобно компании. Ты полон решимости и целей. Мечта за мечтой мелькают в твоем сознании. Ты повторяешь: деньги – это свобода. В действительности, ты только что продал ее за деньги. Отныне твоя жизнь, твое время принадлежит не тебе. Свобода – нет такого слова в твоем алфавите. Это мир абсолютного большинства, 99% населения. Поздравляем, теперь ты раб. И твое назначение – создать хозяину свободное время, отдав взамен свое. Пришла пора открыто признать это, а не называть себя ценным специалистом, востребованным на рынке. Ты ничуть не ценнее для хозяина, чем негр на хлопковой плантации штата Миссисипи в 1700 году. Отличие лишь в том, что тебя не порят вожжами на конюшне за малейшую провинность, а отчитывают на ковре у хозяина и лишают премии. Бесправный винтик в чужом бизнесе, планах, которому не дано самостоятельно распоряжаться ни собой, ни своим временем. Винтик, который в любую секунду можно выкинуть и заменить на другой. А ведь тебя обязательно спишут. Лет через 30, когда ресурс твоей молодости иссякнет, ты стал ненужным. Крик души: «За что? Ведь я отдал всю жизнь хозяину!» «За деньги! Ведь ты продал, а не отдал!» Остановись. Ты тратишь то, чему нет цены, за что сильные мира сего отдали бы все время своей жизни. Хладнокровно продаешь минуты, годы за весьма скромную плату. Твоих сбережений не хватит и на год свободной жизни. Но ты не один. Вас 99%. Вы все уникальны. И в завершении лишь одна мечта объединит вас. Проданная по дешевке молодость. Ты и хозяин, вы оба создания из разных миров. Его мир – мир избранных, которые живут в сейчас, купаясь в роскоши, получают от жизни все. Все, чего пожелают. Желания здесь не загадывают, а исполняют. В этом мире единиц время течет по-иному. Карманы всегда полны денег. Вопрос, сколько стоит, уже неуместен. Но все это – лишь жалкая мелочь в сравнении с главным плюсом их мира – истинной свободой, отличной от понимания свободы большинством. И твой рабский мир – обитель хаоса и вечного бега по кругу, где нет и намека на свободу, лишь выживание. Но вы оба родились голые, руки, ноги – все одинаковое. Все, за исключением одного, цена твоя в тысячи раз отлична от цены хозяина. Закон 90-10 гласит, что 10% людей имеют 90% всех богатств. В действительности же 1% владеет 99% всех богатств на Земле. Секрет в том, что ты сейчас зарабатываешь ровно столько, сколько ты стоишь, сколько стоят все твои знания, навыки и то, о чем ты думаешь большую часть своего времени. Твоя цена смешна до слез. Твой рабский мир не изменится никогда. Все, что хочешь получить, сначала отдай. Хочешь, чтобы тебя любили, люби сам. Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай всех. Хочешь богатства, свободы, делись деньгами. Отдай десятину с доходов, не ожидая чего-либо взамен. И в этом есть величайший секрет Вселенной. Ибо, отдав что-то, Вселенная остается тебе должна. И она отдаст тебе свой долг с лихвой.